Сладко в небе звезде, сладко птице в гнезде, сладко змею в саду и орфею в аду. Сладко в поле росе и во рту колбасе, только мне одному лишь you know how. You know how, мне братец, you know how. Поеду я в штатец, а йоу-хоу. Купи скорее мне билет в Абибу Бабу-Лачьяна. В этом месте обычно рассказываю, как я написал эту песню, когда еще даже не знал, что поеду за границу, тем более так далеко, как в штат Айова, где я потом был, и всем там объяснил, что Айова рифмуется со словом «you know how», не потому что в Айове так «you know how», потому что Айова — это туда, куда мы едем, когда нам «you know how». Это «you know where», «you know where». «You know how, мне братец, you know how, you know where поеду, you know where». Я делаю, окей? Okay? Короче говоря, когда я приехал в Америку и спел в Канзасе, не в Айове, но в Канзасе, песню на английском языке, это слово было на английском, нет, я перепутал все. Они были американцы, русского не знали, а я пел по-русски. И попросил их угадать, где плохое слово. И все решили, что это слово «Айова», что оно по-русски звучит очень грубо. А это было название их же собственного штата, я потом объяснил. А потом я поехал уже в Стейтен-Айленд, в ресторан «Черное море», и там пел эту песню сразу после караоке, которое было посвящено какой-то Элле. А потом и Марату, да. А потом я спел, вы знаете, эту песню, и каждый раз, когда звучало это слово, но не «Айова», а то, которое рифмуется с ним по-русски, зал буквально взрывался аплодисментами. И вот теперь каждый раз, когда я прихожу в проект «Агии» во многие другие venues, такие как наш, я знаю, что... Да и тогда, в общем-то, и в Стейтен-Айленде тоже людям наверняка нравилось не только это слово, а вся песня в целом. А уж вам-то и подавно, тем более, что кто-то попросил ее спеть. И настолько я уверен в этом, что я могу это слово даже не произносить вслух, все равно все его знаете. Я его пою в переводе Натальи Беленькой, она же Гринберг, поскольку сегодня Green Party. You know how. Я как путник в степях, я как узник в цепях, я как раненый зверь, недопущенный в дверь. Я как мертвый листок, потерявший исток. Да чего же мне, братец, you know? О, если бы вы знали все обстоятельства. You know how, мне, братец, you know how. Но, в общем-то, очень неплохо. You know how, мне, братец, you know how. Поеду я в штатец, you know where. Oh, I just hope. My dreams come through. Through. Я сейчас пою through, хотя раньше я пел true. Но сегодня уже, наверное, надо... Поднимите руки, у кого сейчас нет с собой компьютера. Половина примерно. Так что, наверное, уже through.